Преступник в поисках легких денег решил ограбить местную жительницу, зная, что женщина ведет свой бизнес. Злоумышленник замаскировался и притаился в сарае жертвы. Ожидание затянулось почти на 5 часов. Когда она зашла в сарай, он стал наносить ей ломом и неустановленным следственным предметом удары по голове, в результате чего причинил черепно-мозговую травму, оскольчатые переломы, от которых она фактически скончалась на месте. Ворвавшись в дом женщины, молодой человек опешил. Все, чем смог поживиться преступник, это мобильный телефон, пара ювелирных украшений и 2000 рублей. Убедившись, что хозяйка дома скончалась, убийца скрылся. Суд приговорил его к 20 годам строгого режима.